Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». 11 том. Разбор выступлений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вопрос 2486. Владыка, как вы относитесь к нашумевшему документу о религиях, которые угрожают безопасности России? В частности, тем, где упоминаются католики. Католический митрополит Тадеуш Кондрусевич уже выразил по этому поводу серьезную озабоченность, отвечает митрополит Кирилл. Я глубоко убежден в том, что в России существуют деструктивные секты, деятельность которых опасна для общества и для личности. Всем хорошо известна история об Аум Синрикё, с Белым Братстве и другие организации, дестабилизировавшие общество, наносившие существенный вред духовному и физическому здоровью людей. Я думаю, что наше общество становится более внимательным и осторожным по отношению к малоизвестным проявлениям религиозного чувства. Поэтому сама идея составления некого перечня общественно опасных религиозных организаций может быть признана полезной. Глубоко убежден в том, что для определения того, какая организация опасна для общества, должны быть привлечены не только светские специалисты и политики, но и богословы, ученые в области религии. Очень важно, чтобы такого рода работа, помогая обществу освободиться от опасного влияния деструктивных религиозных организаций, не провоцировала в то же время межконфессиональных конфликтов. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. С таких благих намерений начинались репрессии при Сталине и при Гитлере. А потом пошли туда и отцы закона об экстремизме и терроризме. Истинные христиане обязательно будут причислены к врагам народа. Это мы знаем из Библии. Так что сегодня нужно крепче молиться. Третья книга Ездры, 16 глава, 72 стих. Будут как иступленные, без пощады расхищать и опустошать все у боящихся Господа. Послание к Евреям, 10 глава, 34 стих. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Евангелие от Луки, 21 глава, 17 стих. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 21 стих. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня.